В Йемене не прекращаются антиправительственные выступления, вспыхнувшие еще в конце января этого года. 5 мая на улице Саны вновь вышли протестующие. Они в очередной раз потребовали незамедлительного ухода президента Али Абдаллы Салеха со своего поста. Сегодня эта революция стала самой продолжительной в арабском мире, поскольку она продолжается уже 4 месяца. Мы преодолели все страхи, которые пытался распространить Салех в вопросе присутствия Аль-Каиды, а также потенциальных разногласий, которые могли бы расколоть Йемен на части. Это протестующие считают, что власти не заботятся о жителях страны. Если режим не мог защитить своих граждан, когда в пятницу во время протестов было убито 53 человека, и если режим не может обеспечивать людей электричеством и газом в эти трудные времена, то все это в очередной раз доказывает, что режим должен быть свергнут. США и соседствующая с Йеменом Саудовская Аравия опасаются, что продолжительное противостояние может привести к военным столкновениям. А это, в свою очередь, вызовет хаос во всем государстве и даст Аль-Каиде шанс использовать эту политическую нестабильность в своих интересах.